смотри, вот сумка, да, хорошая. Это такого же плана, как там вот они висят. А, не, это стоит дороже, 62 тысячи йен. То есть со скидками будет тоже 21 или 22 там стоит. А, смотри, сумка неплохого цвета. Цвет переходит вниз, более темный. Стоит 91 тысячу. 91 тысяча стоит такая сумка. Черная сумка. Там ну, такая же. Плана такого же только стоит. Дорого стоит. Вот рюкзачки небольшие. Ну как 91 со скидками она будет 30-ку стоить. То есть 15 тысяч рублей, в принципе, норм. 60, ну тоже будет стоить около 20 тысяч. Ну йен. То есть это или 10 тысяч рублей. Вот такой рюкзак. Легкий, очень даже неплохой. Для небольших, скажем так, для детей или для маленьких девушек. То есть очень даже удобная штука. Да, вот такого плана. Что там внутри, кстати? Он легкий очень. Я только не пойму, что там внутри может быть. А, ну там, блин, поролоны напихали. Ты не посмотришь там. Ну вот еще такой рюкзачок, посмотри. Вот, 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 беленький такой. Вот. Классный. 15 тысяч за 90 будет. Да, 91. То есть 91, соответственно, это где-то 30 тысяч йен будет. Хотя вот этот очень даже неплохо смотрится. А, вот. Вот такого плана, вот классно. Вот уже белый, он засрется быстро. Всякими там этими будет потертости видны, а вот на темном более-менее нормально. Есть также плащи у них, вот, пожалуйста, плащ Коч Нью-Йорк, дела, 97 тысяч стоит, но естественно тут на все скидка идет 50 плюс 30, итого выходит около 30 тысяч йен, то есть скидка 80% практически. Это очень большая скидка. В российских магазинах вы навряд ли найдете в бутике или в каком-нибудь таком фирменном магазине скидку, чтобы 80% была реальная. Это очень сложно. Я не встречал, не знаю, может быть у вас в городе есть. Вот, конечно, за такой свитерок, пусть даже это Коч, но все равно 80 тысяч, где-то 25 тысяч со скидкой будет уходить. Это дороговато, конечно. Более что свитера его не видно, то есть под одеждой где-то такие вот небольшие кошельки. Кошелек тоже будет стоить в районе где-то 14 тысяч, скорее всего. А нет, это типа дороже тут, смотри, 60 тысяч он, то есть это 20 тысяч йен он будет стоить кошелек. Вот они, эти медведи сидят. За 100 тысяч йен, за 108, ну со скидками, естественно, выходит порядка где-то 30-40 тысяч. Да. Ну что, кто себе хочет Коч приобрести? А? Смотри, платочки. Вот платочки реально дорогие. Платочек за 34 тысячи йен, даже со скидками, пусть даже они 50 там и 8, а это 60%. Того, значит, это там со скидкой 90%. На 90% это будет за почти 3400 йен. В целом норм. Перчатки. Смотри, перчатки голубые для девушки. Цена 24 тысячи. Ну, 2400. Это недорого вообще. Перчатки 2400. Тем более это оригинальные. И вот там вот самые популярные сумки, то вот там стоят. Здесь, конечно, кошелечки по 38 тысяч йен. Смотри, кошелечки. Но нравится? 38 тысяч, ну ты покупаешь и все. Только он будет стоить, конечно, где-то около 5, наверное, тысяч йен. Вот, кстати, вот самый популярный тоже я часто вижу на улице. Вот такие вот сумки Коч, вот эта вот именно модель. Сколько она стоит?
Вот, 77 тысяч йен. То есть со скидками будет выходить 25 или все. 25 или 23. Или вот, да, вот такая вот черная. Очень даже неплохо стоит она. 59, это 20 будет, выйдет тысяч йен. Вот так вот выглядит. Тоже неплохо. А я до этого покупал какой-то. Не помню, я вам вот такую пробрал. Маме в подарок. О, такую белую. Но она пришла мне там чуть-чуть вот там вот грязновато вот, вот было. Я ее вернул. Потому что, в принципе, хочет, чтобы пришел грязный. Но я покупал его тоже в таком же магазине, но по мне при доставке она чуть-чуть это запачкалась. Вот, значит, 66 тысяч. Со скидками будет стоить она около 22 тысяч йен. Пойдем посмотрим, здесь еще что есть. Вот, вот сейчас сумка. Вот такая вот тоже очень популярная модель. Это как она не закрывающаяся, просто так вот, как одно отделение там. Вот, пожалуйста. Больше нету ничего. Ну там и кошелек здесь на этом, на привязи. Вот, вот он так вот выглядит. Косметичка, кошелек на привязи. Такая штука. Тут под леопард сделано. Что там? На цепи? Ну-ка, мы глянем, что это. Во. Вот так, да, выглядит? Вот тоже неплохая. Еще по цене 81 тысяча. Это значит, со скидкой она будет стоить 25-26 тысяч йен. Неплохо. Сейчас пошли. Там вот сумки 60%. Цвет так себе, зеленый, синий, вот всякие такие цвета дикие. Вот такого. Вот красный еще ничего. Ко многим вещам подойдет. Или вот как серое, белое там. Вот такого вот голубого цвета. Очень, очень мало одежды, чем она может подойти. Вот так вот выглядит как бы все на самом манекене. Пожалуйста. Здесь просят, пожалуйста, не входите с напитками, с едой. И собаку надо на руки брать. Все. Такого плана. Вот. Вот это был коч. Что ж, пойдем дальше. Так, ну а мы продолжаем. Это у нас Nike. Кристиано Рональдо, вот так вот выглядит он. Nike Factory Store, пожалуйста, вот. Здесь. Все. Сейчас мы пойдем внутрь, что да как. Что да как, посмотрим. Вот он, Nike. Пожалуйста. Пошли. Так, тренировочный костюм. Вот ты. Так что почем здесь цены есть вообще? Фига напихали, здесь аж не вытащили. Что-то такое. И ценник где искать? Ценник вон там в кармане, да? 5500 стоит. Неплохо так. Nike. Nike, смотри. Норм Nike. Тоже неплохая кофта. 5000, да? Вот термобелье. Пожалуйста. Nike. Сколько стоит? Что это вообще копейки 2900? Ну, Uniqlo смотрели, там по 1000 продается, да, один кофта. Там термобелье или штаны, вот, пожалуйста, да? Штаны здесь дорогие, конечно, там, если Uniqlo такие же цены, там по 1000, по 2. А за штаны вот 4500 торговат. Пойдем посмотрим обувь. О! Наверное, с продажей.
Это что такое? У них прям в коробках раскиданные, да? Сейчас дует. Типа ты вот так берешь коробку, да? И идешь меряешь сразу. Прям по мистик. Футбольные вот. Эти кроссовки. Футбольные. Еще футбольные. Кеды. Кино. Как кеды? Плоская подошва. Не вытащить вообще теперь. Вот Air. Air Max. Плохая модель. Цены вот здесь. Вот цены. Вот 14. 10, 14. Вот эти 7. Nike, конечно, дорогой. Nike, блин. Adidas подешевше будет. Там у них скидки больше. Здесь 14. Ну, смотри, цена 14. 5000. Такого плана. Вот неплохие, кстати, там за 6000. О, какой синий. Классно смотрится. Носки. Что у нас? Три пары. За 1000 йен. Он недорого вообще. Nike Fort Majestic Leather. Вот. С кожей смотри. Такого матового цвета. Они классно смотрятся. Ну, естественно, они тяжелые, и для бега они не очень. Ты, видимо, можешь заниматься где-нибудь в тренажерке. Да? Модель. Ну-ка. Вот Air. Air Max. Такие вот есть. 5000 стоит. Что-то еще у них куча таких. Смотрите, за 5, за 6, за 7 есть разные модели. Они легкие должны быть, да, очень легкие. И хорошо это самое в них заниматься бегом. И не только бегом, вообще для повседневной жизни. Я всегда себе покупаю беговые, потому что если быстро ходить, бегать, они очень легкие и в них удобно.